Кто это? Скульптура и фонтан, смотри. Горка. Эти нас на жаба гонали уже в Цюрих. Пойдем? Да. Предлагаю сначала туда сходить. Смотри. Вау. И снежный человек, Луис. Смотри, какой большой. Если было бы побольше, мы бы еще дольше ждали. Ну вот, все. Давайте Так, сейчас мы смотрим другое. В Италию идем? Давай уж по порядку. Попкорном пахнет. Сахарная вата. Поезд. Да. Крутить неудобно тут. Там кора. Такая монорельса. Круто? Смотри, там гномы снизу. Молодцы. Это можно снять. Поэтому и 5 минут, потому что он такой этот. Крокодил. Темно.
как всегда во Франции. Молен Руж, любимый аттракцион Алуиса. И да, французские десерты. Вуаля. Вуаля. Ой, Луи, в крану папа тут это. Конечно, прямо в Швейцарию, в родную. Эльзас там он. Да. Дядя тыква ползет, да? Наверх. Не знаю. Собачка, смотри. Jammer, het is zo weer. Je toch? Там раз дверь закрыта. Да? Туалет. Открывается она, да, по-моему, да. Сейчас. Ну, смотри. Ну. Ай. Скоро откроется Хорватия еще. Не надо это брать. Положи, пожалуйста, это декор. Ну, Луис, это декор. Давай. Пойдем. Кукуруза, пошли. Да, кукуруза это. В общем, Европа парк расширяется у них. В следующем году, да, ты сказал? Откроется. Мы дошли до России. Смотри, Луис, мы до России дошли. Это? Что это? Пойдем. На санках пойдем кататься? А? Ну, давай сначала на санках, там как раз дальше машинки будут. Но они дальше, Луис. И собачка тоже, да. И зайчик. Если мы зимой в Россию поедем, то это так будет выглядеть примерно. Снегурочка, смотри, стоит. Вот. Тут тоже снегурочка. За блинчиками-то. А там картошка и бургеры, русский фуд. Блин. Здесь какая очередь огромная. А мы на космическую станцию «Мир» пришли. Ой, подножки смотри. Космической станции, пульт управления. Ну, тоже всякие эти рычажки. Ракеты. Да. Пойдем туда. Помнишь, мы фильм смотрели, там дядя в космосе летел на днях. Вот он вот, вот в такой этой космической станции летел. Ты тут открывается, Артур, можешь выйти, можешь. Открывается дверка. Пока тебе объясняла, просто ехал. Тыква наша едет. Ну, если что, давай подключим. Ну, ладно.
Дон. Да, долгий звук. У нас сегодня скандинавский ужин. Мы из Скандинавии. Да, а Луису, достань водички, налей. Долгий звук, да. Это вино, да. А там, если что, там можно потом за десертом спуститься. Там же какой-то десерт. В 17:30 будет. Мне вот фото. Хорошо стало? Мне вот фото. А, хорошо. Покушать теперь? А мне и фото. Мне и фото. Гутен аппетит, Луис. Аппетит, мама. Привет, аппетит, мама. Ну что, пошел дождь. Мы немножко переоделись, так лодка ускоряется. Кошки, мы в порту. Раки. Мы покидаем Скандинавию. Дождь льёт. Ну что, под дождиком вообще сказочный мир смотрится сказочным. Вон его показывают. Где наша птица? Вот, вон. Приехал-то. Ты приехал. Раз, конечно, не совсем с погодой повезло.
Thank you.